Всем здравствуйте! Продолжаем демонстрировать вам ассортимент со скидками. Напоминаю, у нас проходит сейл от 20 до 50%. Начнем с очень красивой ветровки. Это у нас бренд Russian Luxury. Посмотрите, как интересно она выполнена. Основная часть у нас ажурная, с подкладом. А рукава, капюшон. Это у нас все уже такая красивая ткань под атлас. Ну и красивая еще здесь золотая фурнитура. Далее, вашему вниманию, платье от бренда Дэнни Росс. Очень классно оно садится по фигуре. Вот эти звезды имеют такой похудительный эффект, скажем так. Такие вот лампасы яркие, они уходят еще и назад. В общем, очень эффектная модель. Аккуратные здесь у нас рукава, фонарики, запрашивайте. Есть видео на мне, как сидит это платье. Оно длиннее, чем то, которое сейчас на мне. Теплое, эффектное. В общем, будете довольны. Далее, 20% скидка на костюм от бренда Викола. Можно приобретать по отдельности. Кстати, не вижу здесь пояска. Здесь в комплекте еще ремень под Гуччи с такой железной тонкой пряжкой длинной. И сама по себе ткань здесь с краплениями. Смотрите, такая ткань всегда очень хорошо комбинируется. Здесь и кофейный оттенок есть, то есть градация цвета от кофейного до такого темного шоколада. И присутствует при этом такое очень деликатное мерцание. Также обращу внимание на трендовые значки, которые при желании можно отстегнуть. По брюкам это классическая форма, сзади для вашего удобства добавлена резинка. Следующая позиция тоже со скидкой 20%. Потрясающий костюм. Мы их продавали на ура. Он остался у нас один. Это брюки, получаются брюки-юбка плиссированные. И внутри подклад, а сверху рубашка в классическом таком исполнении с красивым мерцанием и очень удобной фактурой. Не колется, мягкий и удобный. Далее, 20% скидка на рубашки от брендов Dixie. Рубашка удлиненная, за счет этого вариативность высокая, скажем так. Здесь разрезы по бокам можно надевать вторым слоем, то есть добавлять вовнутрь леггинсы, топ и нараспашку носить. Можно самостоятельно одевать, смотрите, можно подпоясаться. И, конечно же, это вариант круглогодичный. Зимой носим с брюками, летом это накидка на ваш купальник, выполнена из хлопка рубашка, белый цвет и сиреневый. Кстати, забыл сказать, этот костюм остался единственный. Он у нас в размере М-ка. Просьба, пожалуйста, сразу отправлять свои параметры, и тогда подскажем, подойдет вам вещь или нет. Далее, платье от бренда Дэнни Росс. Ну, Дэнни Росс, вы сами видите, вещи очень эксклюзивные, эффектные. Здесь мы видим вечный модный прием. Это контрастность фактур. Вот такое нежное кружево комбинируется со стандартной трехниткой. То есть это ткань, которая присуща спортивным костюмам, свитшотам. И обратите внимание, что здесь красиво прорисовывается силуэт. То есть у меня, как у человека прямоугольника, в данном случае появляется талия. Очень красиво по бедру спускается платье. Удобное и эффектное, конечно же. Обыграли мы с трендовыми сапогами на шнуровке. Также в категорию 20% попали вот эти замечательные брюки палаццо. Они очень классные. Здесь оптимальная ширина брючины, и не очень широкие, и не узкие. В общем, как надо. Остались по одному в шоколадном цвете. Это размер L-ка, и вот они прям большемерят. Могут подойти даже на 50-52. Отправляйте сразу, пожалуйста, объем бедер, талии и ваш рост. А вот это уже размер XS-ка. Но XS-ка такая не маленькая. То есть это размер может до 46-го подойти. Далее продолжаем. Скидки... нет, переходим уже к скидкам 30%. И посмотрите в категорию 30%, какой замечательный бомбер у нас попал. Здесь красивая ткань. На основе хаки черные цветы. И они имеют деликатное мерцание. В общем, очень дорого смотрится эта ткань. И бомбер сделан в соответствии с трендами, скажем так. Он удлиненный, достаточно такой просторный. Идеально подойдет на весну. Здесь имеется небольшой подклад. Далее, в категории 30% у нас
Футболка осталась в единственном экземпляре. Это у нас бренд «Сувенир», лаконичная. Для тех, кто любит геометрию, вот эта часть у нас в виде аппликации. То есть это прям кусочки ткани нашиты. Ну и здесь, кстати, выделена линия плеча, что дает более такой собранный силуэт. Далее, в категории 30% вот этот замечательный костюм можно приобретать по отдельности. Здесь основная часть – это цвет экрю, красивый цвет невыбеленного льна или шелка, еще говорится, и флористический такой принт. Посмотрите, какие красивые цветы, такие они как будто вручную нарисованы. Интересный жакет, очень разнообразит ваш офисный образ, и не только в стиль casual, тоже классно уводится с джинсами, но и с черными брюками тоже идеально будет. Ну и, соответственно, брюки здесь стандартная классическая посадка бренда Dixie, слегка зауженные к низу. Далее, в категории 30% вот этот крутейший жилет от бренда Trash & Luxury. Тепленький и при этом очень красивый. Носим его, давайте поближе фактуру вам покажем. Красивый бронзовый перелив имеет этот жилет. Носим на распашку, таким образом достигается похудительный эффект, если внутри мы добавим что-то такое однотонного цвета, да, и брюки, и, допустим, Dolce Vita или блузку какую-то. И для тех, кто хочет подчеркнуть талию, здесь в комплекте идет поясок. Можно взять его вот такой тоненький, а можно и пошире. В общем, по-разному можно носить и комбинировать. И на платье, конечно же, обычное, самое базовое, будет очень классно смотреться. Далее переходим к категории 50%. И в эту категорию у нас попало платье от бренда Dixie. Оно имитирует здесь запах, но полностью не открывается. Здесь все пришито. И здесь два принта скомбинированы. Флористичный принт сзади по спинке полностью идет. А здесь у нас кусочек леопарда. Ну и вот такой поясок в комплекте. Платье в единственном экземпляре размер S. Далее, тоже платье в единственном экземпляре осталось. Размер здесь М-ка, но немножко так маломерит. В общем, отправляйте параметры, пожалуйста. Сверху это хлопковая рубашка, а снизу вот такими каскадом воланов спускается эко-кожа цвета такого вкусного карамельного. Интересно, такое игривое платьишко. И в комплекте здесь поясок. Далее в категорию 50% попал вот этот интересный костюм. Он у нас из ткани Punto Milano. Это знаменитый итальянский трикотаж. Это говорит о том, что он будет очень удобный. Видите, он тянется. Жакет здесь на подкладе. Брюки здесь расклешенные. И добавлен еще вот такой лампас. Очень стильно смотрится и хорошо вытягивает силуэт. Жакет слегка такой вот удлиненный. Будет сидеть по фигуре. Но за счет того, что он эластичный, будет прям очень вам комфортно. Он однобортный, на пуговице. Здесь подчеркнутая линия плеча. Также из этой же серии остались у нас брюки в черном цвете. Жакета уже нет, но вот брюки могут тоже активно работать как самостоятельная единица в вашем гардеробе. Далее 50% скидка вот на эту лиловую красоту. Это у нас получается юбочка от бренда Dixie. Она, кстати, очень классно сидит. У меня такая же есть. Хороший силуэт она создает, и это эко-кожа на основе вискозы, то есть тело у вас будет дышать. И вот такие еще шортики с такими накладными карманами. Сзади для вашего удобства добавлена резинка. Очень красивый пастельный цвет, идеально, конечно же, на весну. И завершает обзор сегодняшний позиция с 50% скидкой. Это брюки-сигаретки от бренда Imperial. Размеры XS, больше нет, они все по одному. Винный цвет. Цвет насыщенный сиреневый и цвет такой вот изумрудный. На этом на сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.